«Новая музыка», «Старые фильмы», «Новое лето», «Старый двор». Так анонсировали организаторы фестиваль «Кинема», который уже несколько лет подряд радует жителей Гродно и других областей классическим немым кино под аккомпанемент стильной, качественной, всегда разной живой музыки. В этом году, что неудивительно, для лета 2017 во время второго вечера фестиваля шел дождь. Зрителей от этого меньше не стало, добавились лишь атрибуты. Зонт, теплая одежда, термос с горячим чаем. И вечер получился теплым, несмотря на погоду. Я считаю, что для нашего города это такое маленькое, но очень весомое событие. Действительно очень интересно, необычно, по крайней мере. Мы видали много всяких разнообразных мероприятий, но это, конечно, чем-то отличается своей уникальностью, какой-то теплотой, ну и, конечно же, людьми, которые здесь присутствуют. В субботу к нам приехали музыканты из Польши, которые озвучивали фильм «Люди без завтра» Александра Херца. Особенность фильма в том, что он долгое время был потерян. Снятый в 1911 году, он вновь предстал перед зрителем в 2015. Факт обнаружения копии, чудом уцелевшей в немецком федеральном архиве, стал настоящей сенсацией. Редкое кино, потому что найдено только недавно, в 2003 году, в польском архиве. Польское старое кино, такая салонная драма, мелодрама с красивыми платьями, с интригами, с любовью, такой скандал, роман, все такое. И польские музыканты, которые приехали специально для того, чтобы озвучить этот фильм, и даже среди этих 5 музыкантов есть 2 британцев, что для нас, ну, очень особенно для нашего фестиваля. Это коллектив называется Galloping Liturgy. Они так назвали специально для нас, но на самом деле это сбор абсолютно отдельных, иногда играющих вместе, профессионалов. Так что, пожалуйста, внимайте, слушайте, я думаю, будет интересно. К слову, музыка создается композиторами специально для фестивальных фильмов и исполняется в реальном времени, что делает уникальным каждый вечер. Подбор фильма, а затем музыкального сопровождения – долгая, но приятная работа. Мы просто смотрим очень много фильмов. Мы знаем хорошо немое кино и все остальное. Фильм выбирают в основном музыканты. Мы им даем на выбор, и они в зависимости от своих желаний, возможностей, способностей выбирают жанр, выбирают сам фильм и там работают с ним. Несмотря на то, что лето в этом году особенно дождливое, концепцию вечера под открытым небом организаторы не меняют. У нас дожди были, у нас приходит публика, и даже с детьми, вот поэтому, ну, как-то, ну, понятно, что есть некоторые люди, которым, ну, там, холодно и так далее, или там дети тоже капризничают, а так у нас в основном все приходят, дождь не помеха. Пришедшие зрители смогли насладиться уникальным фильмом. К слову, уже через 20 минут после начала сеанса дождь прекратился, во дворике стало гораздо уютнее и теплее.